Всем привет, друзья! С вами как Старубзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И сегодня у нас происходят какие-то странные вещи. Во-первых, появился скин старый, то есть новый, то есть перекрашенный 8-бит. Во-вторых, у нас сбросился сегодня сезон. Кстати, напишите, сколько вы получили блингов. Ну, а еще, ребята, у нас в магазине появились максимально странные акции. Это акция на очки силы, где очки силы стоят 3 гема. А, подождите. 3 гема, 9 гемов, 9, 14, 21, 32, 41, 55, 36 и 29. И с каждым разом получается выгоднее, выгоднее, выгоднее. И еще не все. Набор с монетами. Второй уровень, 3 гема, 3, 6, 12. Короче, на все про все, каждая вот эта акция стоит 250 гемов. И если вам нужны очки силы, если вам нужно золото и вам для этого нужны гемасики, а донаты в Бравл Старсе не работают так же, как и у меня, то для этого есть специальный сервис, официальный, надежный сервис, за который я отвечаю. Это Robzi Shop по ссылочке в описании, где покупают тысячи моих подписчиков каждый день. Нажимаете «Купить», открываете магазин, выбираете Бравл Старс, выбираете нужный товар. Можете почитать отзывы моих, ребята, подписчиков, моих покупателей. Вы вводите свои данные, оплачиваете, и вам все зачисляют на аккаунт. Все быстро, выгодно и надежно. Так. Новый скин. Стоит ли нам с вами его брать? Ну, опять же, если у вас есть лишних 5000 блингов, пожалуйста, за гемасики. Я бы не знаю, ребята. Кстати, насчет халявы. Сегодня у нас, по идее, должен был появиться в игре новый бесплатный скин, потому что я думал, что вот эта строка сегодня должна дойти до конца. Она уже дошла до конца. Почему разработчики нам не дают? Почему нам не дают Шили Сквад Бастерс? Я пока без понятия, ребят. Вообще без понятия. У нас с вами до сих пор продаются монстро-яйца. Если вам нужны, закупайте их, помогайте своему клубу, потому что у нас в клубе уже 1400 яиц открыто, и нам уже не нужно больше эти яйца. Но если у вас не выбиты скины, вы знаете, что делать. Гемасики покупайте в Robzi Shop и кайфуете. Кстати, если вам нужны бравл пассы и, ну, бесплатные бравл пассы, то у меня в телеграм-канале вы можете его забрать. Серьезно, бесплатный бравл пасс нужен? Ставите лайк под видосиком, подписывайтесь на канал, залетайте в мой телеграм-канал, подписывайтесь, нажимайте кнопочку «Участвовать», и все, один из 10 бравл пассов будет вашим. Итак, сегодня у нас новые квесты. Нанеси 60 тысяч урона, сыграй за Мелоди, кота, 8 бита и, естественно, в разных режимах. Мы с вами должны пойти в тот режим, где у нас выгоднее всего. А выгоднее всего у нас в ранговом бою. И сегодня, кстати, у нас есть квест на Брока. Нужно ходить на тех бравлеров, на которых выгодно. Так, Мелоди сразу 2 квеста. Опа-па, ребяточки, блин, а мне бы с мутацией кого-то взять. Короче, у нас куча бравлеров с квестами и со всем остальным, и у многих из них есть. Так, давайте. Сегодня я в ранговый бы не ходил, нам нужно выполнять квесты, не забываем. Блин, а сюда же Мелоди заходит. По идее, в этом режиме Мелоди прям залетает, потому что, во-первых, там есть сейф. Если мы набьем себе урон, она будет крутиться, убивать сейф довольно-таки быстро, долетать до всех, и все хорошо. Но, по идее, у нас с вами все 9 силы. Посмотрим, посмотрим, ребят. Сегодня у нас произошел сброс лиги. Мы получили блинги. Сегодня у нас с вами две странные акции. Сегодня у нас продолжаются монстро-яйца. Сегодня у нас... Короче, у нас сегодня и все в игре, и только нужно побеждать. Только нужно побеждать, кстати, я сейчас буду побеждать, и... Поехали! Поехали! Мне сегодня должно повезти выбить несколько хорошеньких призов стар. Так, давай. Так, давай, давай, давай. Хорошо. Так, подожди, мелодии пошли. Мелодии пошли. Мелодии пошли. Ага. Так, хорошо. И теперь просто стоим, крутимся. И просто стоим, крутимся. Набиваем мелодии, кайфуем. И мы почти вынесли сейф, ребят. Я думаю, что если вот так вот подвинемся, вот так вот раз, два, три, обойдем с этой стороны, то меня, конечно же, убьют. Но, ребята, мы снесли. Посмотрите, сколько. Посмотрите, какое количество, ребята, хп у сейфа просто уничтожили. Ну, потому что профессиональные игроки. Так, здесь у нас взлетело. Взлетело Пайпер. И что он думает делать? Думает по мне попасть, что ли? Ты понимаешь, что по мне не попадет? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да ладно, там...
3000 хп, вы сели, добейте уже, боже мой, капец. Они просто взяли тактику стоять и ничего не делать. Ну, мелоди, ребята, сыграли. Кучу квестов выполнили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть квестов мы сделали на мелоди. Получаем сами бесплатный пристар легендарный, чекайте. Ну ладно, не легендарные пристары. И думаю, что мы сгоняем с вами еще. Захват кристаллов, роковая шахта. Поехали, Мелоди, только в путь. Надеюсь, я смогу выиграть. А может быть и не выиграю, ребят, все возможно. Где наша Мелоди? Почему я беру Мелоди? Ребят, я думаю, что вы также делаете квесты, также играете в катках. Как только есть возможность выполнить бравлер, на котором есть 2-3 квеста, вы идете туда и просто кайфуете и играете. Так, против нас будет Фрэнк, против нас будет Дэрил и против нас будет Эдгар. Кто бы не сказал, что до меня не достанет. Так. Так. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Уезжаем. До свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Опа, ребята. А вот такая мелодия вам нравится? А вот это уже интересненько. А вот это уже интересненько, Фрэнк. Да, я тебе на тебе набью. Так, ребят, давай, давай, давай. До свидания. Уезжаем. Ну, ребята, вот сила мелодии. То есть ты так и проигрываешь туда-сюда по таком... Приехал, забрал все и... А можно мне скин, пожалуйста? Можно мне, пожалуйста, скин сейчас халявный? Ну, давай. Лево, лево, право, право. Низ, низ, вверх, вверх. Лево, лево, право, право. Низ, низ, вверх, вверх. Лево, лево, право. Да ладно! Паучиха Чарли. Ну, ребята, это хорошо. Это хорошо. Так, еще, еще. Ах, спрей, я думал, что скинчик мне сейчас подсыпет. Так, квесты мы ежедневные сами, конечно же, не сделали. Нам нужно сыграть парное столкновение, еще и, или брубол, нанести 60 тысяч урона. Вот это будет сейчас интересно. Вот это прям будет интересно. Так, у нас есть Брок в команде. Вроде бы ничего, так себе Брок. И уже пошел фармить ящики. Других ребят я пока не вижу. Попасть по ящику Брок, я так понимаю, не в силе. Хорошо. Так, здесь у нас путь Шелли. Путь Шелли. Хорошо. Мы можем, в принципе, справиться. Брок, ты готов? Ты готов? Нет, он не готов. Если я прыгаю. Давай. Брок, 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 Брок. Давай, гаси. Молодец, молодец. Почти, почти, почти сделал. Ну, он хотя бы понимал, что нужно делать. Он хотя бы прекрасно понимал, что нужно, короче, брать и прыгать. Прыгаем. Да выстрели, боже. Серьезно? Так, там фигарева идет жесткая. Где? Давай наугад. Хорошо. Хорошо, ребята. Еще одного минуснули. Так. Типа винвизики такой кошара идет, 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 идет. Раз, два. До свидания. Не успел. И оп. 5400. Ну, здесь соло, ребята. Здесь просто кошара сделал соло. 6 киллов, 34 тысячи урона. Ну, блин. Ну, здесь заслуженная победа, ребята. И бесплатный пристар. Правда, почему не легендарный, я понятия не имею. 4 победы сегодня сделали. Квесты ежедневные мы закончили. Остается у нас в ранговом бою, куда нужно ходить за тех бравлеров, которые подходят, кстати. Кстати, ранговые бои. У нас, смотрите, по 2 квеста. У Лолы, у Биби, у Чарли и у Анжела. И ни у кого из них нет 9 силы. Поэтому мы можем пойти там, где у нас дуэли. Мы пойдем... Дуэли с... Вы хотя бы один раз в жизни ходили в дуэли с мутациями? Это же просто жесть. Это же просто жесть. Это же просто забег. А как здесь и выиграть? Подожди. Дуэли с мутациями. И кого взять в дуэли? Ну, допустим, Пайпер. Хорошо. А кого еще взять с мутацией? Нужно брать с квестом и с мутациями, правильно? То есть нам нужно брать бравлера с квестом и с мутацией. У нас есть Нита с мутацией. У нас есть Анжела без мутации. И кто у нас еще? Ну, давай у нас есть вот этот вот. Правильно? У него же есть квест на него. Подожди, я взял? Да, он с квестом. И третий, кто у нас с мутацией в дуэль? Я сейчас проиграю, подожди, у этого есть мутация, нету квеста. Но это Лола или Нита? Нита.
Так, поехали. Нита, еще и офигевшая Нита. Ну, разочек, как говорится, посмотрим, что произойдет. Подожди, у нас же мутация Пайпер, два выстрела. То есть, если я в кого-то попадаю, там сразу ГГ. То есть, там же двойной выстрел, правильно идет? То есть, вот такая же тема она сработает или нет? Я просто, правда, первый раз в жизни иду играть мутациями. Нифига. Ну да, по два выстрела. А, вот так? Подожди. То есть, если мы делаем... Нифига. А, подожди, меня убил? А как он меня убил? Подожди, то есть я сразу прыгаю, и у нас автоатака не работает, да? Я понял. То есть, получается, мы на вольте получаем сразу максимальный забаф с первого прыжка. Ладно, я понял. Я, короче, за Пайпера немножко перебыковал. Ну ладно, я понял, как это работает. Все, да, это было на самом деле легко. Просто за Пайпер нужно было не так быковать. Победи врага 15 раз. Давай играть снова. Слушайте, дуэли на мутациях. Сейчас мне попадется какой-то рикошет и просто будет бить по всей карте, и мы проиграем. А, подожди, если мы попадаем в Стю, мы убиваем его с одного удара, правильно? Или нет? Правильно? Или нет? Что он делает? А, у него же бесконечная езда. Ездок на бочках, да? Опа, первое попадение есть. Слушай, а больно бьется. Дружище, давай. Я вот так вот перезаряжу. А у него же гаджет есть? А у него гаджет же есть? Так, давай, друг, давай. Что-то он решил постоять. Так, теперь будет тик, который будет бросать кучу всего. Так, получается, мы протянем. А у него еще есть ульта, да? А как вот... А как против Тика сражаться? А как против Тика сражаться? А, вот... Боже мой! Вы это видели? А что делать? А что делать с Тиком? А что мы делать будем с Тиком? Алло! А как против него сражаться? А как мне медведя вызвать? У него же ульта набирается максимально быстро. Я ничего не могу сделать ему. То есть мансить нужно постоянно от его бомб. Ладно, ладно. Это было интересно. Теперь мы что делаем? Теперь мы просто стоим в кустах и ждем, пока Пайпер бегает там и пытается что-то нам сделать, правильно? Так, он не знает, где я нахожусь. Он не знает, где я нахожусь. Он будет сейчас пытаться отстреливаться со всех углов и пытаться меня вынести. Правильно? Нам нужно как-то попытаться набить его, найдем ульту. Вот так вот. Так, он будет пытаться меня подбить. Ага, ага. Мне нужно как-то попытаться сделать ему хотя бы одну тычку, чтобы вызвать медведя, который просто рассечет ей лицо. Там же большой медведь. Но у него закончились патроны. Проблема в том, что закончились патроны. Ну ладно, два медведя. Я знаю, что нужно сделать, ребята. Так, давай, лево, лево, низ, низ. Да, это у нас мутация, плюс одна мутация. На кого мне дали мутацию? Мутация на Мелоди, как же мне ее не хватало. Мне интересно дойти до второго раунда, где будет два медведя. Так, Брок с двумя ракетами. По идее, я Брока сейчас должен сразу вынести с автоприцеливания. Он пойдет, по-любому пойдет по центру, смотри. И мы делаем выстрел в его сторону. Боже мой. Вы, конечно, жахнули. Вот это мы, конечно же, просто пиздец какой. Вы понимаете, какая грязь, Пайпер, что ты вообще? Мы Ниту почти вынесли, кстати, мы реально почти вынесли Ниту. Мы можем, кстати, сделать вот так вот. Просто разнести немножечко вот так. А понимаешь, что я сейчас делаю автоприцеп на максимальный? Ага. Проблема, что она может ко мне дойти. Но это вряд ли. Это вряд ли, конечно. Мы сейчас пойдем вот сюда и будем здесь с вами сидеть. Так. Ага, почти. Ну, почти. Это было близко, но вообще не близко. Слушай, мне нравится, ребят, звезды. Отстреливаться за Пайпер на два выстрела, это что-то новенькое. Я просто кайфую от этого, на самом деле. Так,
Вольт, который может забафаться с одного прыжка, правильно? Потом Бас, который может все это... Он же сразу пойдет на меня. Давайте проверим. Сразу пойдет на меня. Да, он сразу пошел на меня. Он сразу решил пойти на меня. В этом его была небольшая ошибочка. Маленькая такая ошибочка этого пацана. Так, два выстрела уже прошло. Не даем ему набирать ульту. А он хилится, правильно? Он хилится, он сейчас будет пытаться меня как-то забайтиться. А, но он меня убьет. Я понял. А теперь будешь сражаться против моих друзей. Давай. Давай. Давай, дружище. Против двоих. Нормально? До свидания. Два медведя просто. Просто два медведя разбили ему лицо. Так, давай. Давай. Против двух медведей. Готово? Серьезно? Просто две годзиллы сломали лицо ему. Жесть просто. Ладно, давайте выходим. Забираю бесплатный приз старта, что я хотел. Нет, мутации и дуэли — это что-то максимально странное. Это интересно, но очень странно. И квесты почти не делаются. Ладно, ребят, на этом все. Лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи. Покедова.